Банде Гуру Пададхандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопияно Самайуктам Бинда Ванам Манухарам Ванча Калпатару Вешаки Пасинду Вевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Нама Мукьян Кароти Вачаланг Пангум Ланхайте Гирим Ядки Патамаханг Банди Парамананда Мадама Биндави Тулсиде Буйвия Пьяви Кешва Сача Снабхакти паде деви сатва ваттвайи намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девинг сварасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Ягод Бараня Дхайям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Веринчинатам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадибутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Яд Пад Паллаванака Чандамани Чатая Бисвуржи Такме Пигабавадуша Дарши Пурнанураграса Сагара Сарамурти Сарадикамы Кадакипами Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajan lambita bhujau kanaka vadato, sanketanai kapitaro kamala yataksha. Вишам бару дижа бару жугадхар мупало банде ягат прия кару каруна патару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно прияманамго мадапхарам Варанаси гурапати бхажавишнатам Вагиша джишва бадани Лакшмир ясача бхакшаси ясьясте хиде самбид твам нишингамахам бхаджи
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Kayena Vacha, Manasa Indriyairva, Buddhātmanā bā anusṛto svabhāva karoti yad yad sakalam parasmai nārāyaṇeti samarpayetat kayena vācā manasa indriyairva buddhātmanā bā anusṛto svabhāva karoti yad yad sakalam parasmai Narayaneti samarpayetat. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы должны избавиться от различных привлечений и отвращений ко всему, что есть в этом материальном мире. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, так или иначе мы должны избавиться от влечения к материальному и отвращения от материального. Отвращения к материальному мы тоже должны избавиться. Материальные вещи и такие материалисты не могут избавиться от этого, от этой материальной обусловленности. Я много раз говорю, чтобы напомнить вам, материальная душа не может избавиться от материальных обусловленностей без милости Саду Гуру и Вайшнавов. Нет никакого другого пути, кроме милости Гуру и Вайшнавов. Нет никакого другого пути, кроме их милости. Это единственный путь. Мы должны зависеть от них. Вот в этой шлоке говорится, что мы должны помнить это. И вот можно вспомнить, что Ними Махарадж, он в 11-й песне Бхагаватам перед Навайегендрами, Кави, Хавира, Антарикши, Прабудхи и прочее. Он спрашивает у этих Навайегендр. Джадричхая значит не силой, а как это происходит, мы не сможем сказать как. Mahat Bichalanam Nilam Dihina Dihinam Dina Chetasam. Why they are coming? Почему они приходят? Никто не может найти причину, почему они пришли. И вот там говорится, что Навайогендры, они не пришли под влиянием какой-то силы, и никто не вдохновлял их пойти туда и сюда. Автоматически они пришли. Кто звал Шукадева Госвами? И вот Навайогендры, они пришли сами по себе, никто их не звал. Кто, или Шукадева Госвами, кто звал его, никто не звонил ему, он сам пришел по своему вдохновению, он пришел как раз на то место, где находился Парикшит Махарадж, на Шукартал Кшетро, на берегу Ганги. Why Sukhdev Goswami coming? Nobody. Jadrichayagata. Почему Шукадев Госвами пришел туда? И вот описывается, может, по он пришел по вдохновению Верховного Господа. Внешние причины нельзя найти, но можно видеть, что он все равно пришел и здесь также. Шрила Ними Махарадж. Он выражает свое почтение, кланяется и прославляет их, что я очень удачлив, как вы пришли с Вайкунтхи. Вы близкие, близкие спутника, близкие спутники Господа Вайкунтхи Хари.
вы близкие и дорогие ему. Вы все пришли ко мне, насколько я удачлив. Я не знаю своей великой удачи. И вот Ними Махарадж, он задал им много вопросов после поклонения им. И вот Ними Махарадж, он задал такой вопрос. Парашва Вишну Ишасья Майинам Упи Махинам Махинам Махиним Майям Бедиту Мичхаму Бхагаванто Брувантона. Парашва Вишну Ишасья Майинам Упи Махиним Майям Бедиту Мичхаму Бхагаванто Брувантона. Please kindly, we like to know detailed information about what is Maya. We cannot understand Vishnu or Maya. Мы хотим узнать более подробно о Майе, что такое Вишну Майя. Vishnu, Vishnu Rishasho. Big problem. Parasho Vishnu Rishasho Mayinam Opi Mahinam. Even those who are big, big, you know, authority like Shankar. Даже такие великие авторитеты, как Шанкар, Индра, Варуна, Брама, они очарованы этой твоей Майей. Maya actually. So we like to know. И вот мы хотим узнать о Майе, что такое Майя. What is Maya? That is the main question. Everybody speaks. И в этом вот большой вопрос. Все говорят, Майя, Майя, что такое Майя? Мы хотим узнать об этом. Каково научное определение Майи? Я хочу узнать об этом. Если на мне достаточно Гуру Крипы, то я просто смогу понять, что такое Вишну Майя. Есть бахиранга, есть различные майя, йога майя, маха майя, и у них есть свои функции, они исполняют свои обязанности. И здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Верховный Господь, Он вечно, Bhaktivinoda Thakur speaking definition. Somebody, you know, Bhaktivinoda Thakur going to give explanation, explain scientific definition of Maya. Bhaktivinoda Thakur speaking. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур приводит научное объяснение Майи. Бхагаван, Верховный Господь, Его вечная энергия, Антаранга Шакти, она Майя. Она Его подлинная Шакти. И вот Бхагаван, Его вечная энергия, это Его подлинная шакти, и кроме этого, мы можем чувствовать, что есть какая-то другая шакти. И вот Бхагаван, Его внутренняя энергия. Но кроме нее мы чувствуем, что есть еще какая-то шакти. Вот Махарадж вот цитирует на бенгали шлоку. Bhagavan is internal potency, is Yogamaya, is the original Shakti, except that we feel that another Shakti is there. И вот кроме этого есть еще какая-то Шакти.
And at the same time, without that original Shakti, this Shakti can lose his, her existence. Without и the без existence of that original Shakti, той изначальной Шакти, эта Шакти не может быть. Она связана с ней. What do you mean by that? И что это имеется в виду? Actually, when you will have to understand this point, why Bhakti is very nice Bengali, very easy Bengali. И вот это Шрила Бхактивинода Тхакур говорит на бенгали, но не все понять могут, даже те, у кого степень этого лингвиста по бенгали, то не каждый может понять, хотя вроде простые слова. In front of a light source like sun god or moon god or any light source, then вот, you can find one shadow backside вот you. Пример. That shadow. And that shadow you cannot see. И вот он приводит пример с тенью, если мы находимся перед источником света какого-то, то in front of you, from you, then you cannot find that shadow anymore. So the original cause of то предметы, которые находятся рядом, они отбрасывают тень, и вот эта майя, она тоже подобна тьме, а изначальная энергия Кришны, йога майя, она подобна свету. Йога майя, она всегда пытается помочь нам обрести связь с Верховным Господом. Махамайя, наоборот, мешает обрести нам эту связь. Это обязанность, которая дана Верховному Господу. Мы должны исполнять эту обязанность. Она должна исполнять эту, этот долг, данный Верховным Господом. И вот, если есть йогамайя, то тень, ее можно найти в материальном мире. Чаева жасса бхаванани виварти дурга, иччану рупам апи чештате са, гавиндавади пурушам тамахам баджами. You know, систи сити палая садхана сакти рега, чаева жасса бхаванани виварти дурга. Дурга maintaining one fort. Дурга mean дурго. Дурга mean Sanskrit word, Bengali word. Дурго fort. Inside which слово «долга» на санскрите значит «форт», «крепость» буквально. И она этих всех обусловленных душ держит в таком материальном мире, который подобен крепости и не выпускает. Anyhow, if they can feel detachment, it's okay. Actually, by the help of Guru Vishnu, we can get this kind of chance. А по милости Гуру Вайшнавов можно избавиться от влияния этой дурги. И вот майя в форме дурги, она помещает этих обусловленных душ согласно им, их прежних, согласно их карме, она помещает их в определенные условия. How we can respect this майя, йога майя? Because anyway we cannot see Mahamaya. Шрила Бхактивинода Тхакур в одном из киртанов он описал, как мы должны относиться к майе и как мы можем увидеть эту Махамаю. Если мы вайшнавы, как мы можем видеть Махамаю? Только йога майя мы можем видеть, и как вот относиться к этой йога майе. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур в одном из киртанов пишет так. It's very nice, Bhaktivinoda Thakur speaking.
Куладеви Йогамая Мурикипакури. Куладеви мене. И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит, Куладеви Йогамая, вот Куладеви значит семейное божество. Такое, которому поклоняются из династии в династию, из одного поколения в другое. И вот он молится, чтобы она пролила на него свою должную милость. Take out the bondage, I mean the covering. You will have to unveil the covering, screen. You will have to unveil the screen. Kuladevi jo mori ki bakuri, avaron avaron covering. Avaron убрала свое покрытие. Sangbaran mane. И вот это слово сан. For me, you will have to take away как-то так. Your covering. И вот Шрила Бхактивинода Такур молится этой Йогамайе, чтобы она сняла свое покрытие с него. И вот он продолжает, что я слышал о твоей славе. В Агамах, Нигамах, Ведах. Я слышал, что те, кто отвернулись от служения Верховному Господу Кришне, Вишну, то ты помещаешь их в тюрьму материального существования. Я слышал об этом. Their luck is favorable, then they can face Krishna. Sanmukho jar pagome hoy tare mukti diya karo aba. А те, кто очень удачливы, то они с помощью твоей помощью избавляются от обусловленности и обретают связь с Верховным Господом и наслаждаются совершением служения Верховному Господу. And nishkapatamani without any duplicity, ma, you please, in a causeless mercy, you must show me to me, you know. And the whole world is in confusion in Maya. И вот Шрила Бхактивинода Такур просит эту Йогамайю пролить милость на него. Если кто-то будет слушать подлинную Харикатху, то я гарантирую, что такие люди, они достигнут успеха. Но опять же, я сомневаюсь, сколько искренности есть у людей, которые слушают эту Харикатху. И вчера я говорил, sometime actually forget. Vedo vivinna, sritayo vivinna, I told. But actually, it is very nice, but one word is that fast. That tarko apratishto sritayo vivinna. Tarko logically. И вот Махарадж вчера произносил эту шлоку, но слово одно забыл. Шлока о том, что логика, логическое понимание не может стоять на пути к абсолютной истине. Мы должны избавиться от этой логики. Throw away all logical interpretation, this kind of procedure is not allowed here. And srutayu vivinna, sruti, sruti, all different, you know, agam, nigam mean. Agam mean actually from Brahma, from Bhagavan, Krishna, Jyotirma, this way. It's called nigam. И вот в Бхагаватам есть такая шлока про нигамы. Нигама значит то, что изошло из лотосных уст Брахмы, а другой источник из Санкаршана. Вот Шанкар Бхагавана. И таким образом это все приходит в этот мир, это зовется Агамы. То, что через Шанкар Бхагавана, через Шиву снизошло. So Агам Нигам. And Shruti mean Veda, and Shruti mean
from Shruti some vital Shruti значит стути. Эти важные знания, оно передано в такой форме звука, в форме Шрути, услышанного, как Хари Бхакти Виласа. Вайшнава Смрити, это Шри Чайтанья Махапрабху, он уже Mahaprabhu was bound to give instruction, direct он вынужден to был сказать Санатане Госвами, чтобы тот составил Шрути. Вот это... Есть еще Манус Шрути, смотрите, но они запутаны, но Хари Бхакти Вилас – это вайшнавские Шрути. Originally it was compiled by Gopal Bhatta Goswami. It was, you know, it was in edited and represented in right way by Sanatana Goswami ji. So Shruti Shruti, it is called Shruti. So Shruti, и вот Shruti actually. Shruti Smriti. So we will have to always follow Shruti and Shruti. Мы должны следовать Shruti и Smriti. Shruti and Shruti will have to follow. There is different kind of arguments we are hearing. И различные аргументы, которые мы слышим, Махапрабху. Рамананда going to answer. So here. Хари Рамананда вот он отвечает на все это и. Vaishnava Shruti Hari Bhakti Vilas is very very accurate, appropriate. You can follow it. Вайшнав Шрути, это вот Хари Бхакти Вилас, мы должны следовать Хари Бхакти Виласе, поскольку там даются предостережения, чтобы мы не совершали никаких ошибок. Махапрабху уже провозгласил, что описывается в Ведах, в Шрути, в Смрити. Есть еще Панчаратрик Видхан. Мы придерживаемся Нарад Панчаратрики. Панчарат значит пять видов знания, которые собраны в таком виде, чтобы помочь обусловленным душам. И вот Шрути, Смрити, Пураны. Danger, excesses, utpat. Without following Shruti Siddhi Purandi appropriately, inner meaning you will have to follow, then it is okay. Otherwise, the kind of bhakti now you want to show, it is one kind of excesses. It should be thrown away. Otherwise, and Pancharatik means the Pancharatik is very good. Shruti Siddhi Puran Pancharatra going to give us extract of pure devotional procedure. So now Pancharatra дает нам суть всех процедур преданного служения. И вот я уже сказал, что логика не может находиться на пути абсолютной истины. Тарко logic cannot stand at the same time. Srutayo, Ved, Adi, Upanishad going to speak in different way. We cannot catch the actual inner meaning. Веды, Упанишады, они говорят иносказательно, и не каждый может понять их послание. There is no such muni. И также нет. And matam navinya. There is no such sadhu. И нет такого саду, такого муни. Поскольку саду слово только к чистым вайшнавам применимо. И в Махабхарате говорится, Юдхиштхира Махарадж говорит, муни, you cannot find. Sadhu also there is some difference in representation. If they are at all going to follow their Sadguru properly, otherwise we cannot use this title for them. You can point out that sadhu speaking this, that I cannot, when they are in the line of Sautapanta. И вот саду про человека можно сказать только тогда, когда он находится на пути Сауттапанхи. I am less interested. I don't like to hear anything.
Whenever I'm speaking standard. You will have to consider it properly, understand. So, if they are all вот appropriately in South Upanta, anyway, Prabhupada already told us that if somebody going to get deviated from South Upanta, Шрила Прабхупада, он сказал, что тот, кто отклонился от пути Шаутапанхи, они потеряют свое даже существование. Они могут влияние какое-то в обществе иметь, провозглашать, что они великие проповедники, строят сотни храмов, но это не столь важно, если они отклонились от пути Шаутапанхи. Это может быть просто кармаканда какая-то, а когда чистые саду гуру и вайшнава на них строят, открывают какие-то храмы или устанавливают божества, то это не кармаканда, а если кто-то просто из своей гордости что-то делает, то в этом нет ничего хорошего. Что значит храм? Шрила Прабхупад хотел сделать такие мобильные гаудиматхи, мобильные гаудиасады. Если нет такого подлинного саду в храме, то это не храм, а мандир. Даже мандир слишком громко называть такие места. So when they are going to follow и вот когда мы следуем Шаутапанхи полностью, мы, или кто-то следует, может, представление какое-то другое, может быть, но я, например, никогда не скажу, что Бхактививек Бхарати Махарадж отклонился от пути Шаутапанхи. Я не могу такого сказать. И не могу сказать, что человек Кешава Госвами Махарадж тоже отклонился от пути, поскольку его представление другое. И когда человек Кешава Госвами Махарадж или Шридхар Махарадж speaking, говорит, или Шрила Бхарати Махарадж, когда говорит, или Сиддханта Госвами Махарадж говорит, то они находятся на пути Шаутапанхи и говорят то, что слышали от своего гуру. А если они оставляют путь Шаутапанхи, Шаутапанха значит оставляют путь Шрилы Прабхупады, Гаудиматхи, какие-то свои правила новые придумывают, то это показывает, что они оставили этот путь Шаутапанхи. Those who are deviated from South Upanta, и они стали падши личности, поскольку если кто-то отклоняется от пути Шаутапанхи, то как он может быть не падшим? И те, кто находится на пути Шаутапанхи, я говорю им, и вот их представление может быть разное, но против Шаутапанхи они не говорят. То есть могут как-то представлять учение немного по-другому, но суть, главное, должна быть та же самая. И вот нельзя найти такого саду, такого муни, чьи суждения не отличались бы от других. Ну, как философ, у каждого своя философия, так и муни, у каждого свои рассуждения. Как я могу привести пример, перед Парикшит Махараджа множество риши муни пришли. И все давали разные советы, кто-то про карма-марг, кто-то про гьяна-марг, кто-то варнашрама-дарму прославлял, кто-то еще что-то. Йогой советовали заниматься, и еще чем-то. Вот каждый советовал свое. Но Парикшит Махарадж, он не чувствовал удовлетворения. Но когда Шукадев Госвами пришел, то все выразили почтение ему, поскольку Шукадев Госвами, он сейчас действует как Бхакти Ачарья. Я различные виды бхакти буду описывать, когда дойду до этой темы.
расскажу о Хиранья-Кашипу, о Раване. Раван, он тоже гьяни, но то знание, которое у него было, нам не нужно, мы хотим отказаться от этого знания. Джарасандха, он тоже имел знание какое-то, но нам не нужно это знание, мы хотим избавиться от него. Кумбхакарна, all nirvisheshvad, Jarasandha nirvisheshvad, Hiranyakashipu, Hiranyakashipu, they are all nirvisheshvad, impersonal Brahman. They are doing everything, I can discuss. They are doing archan, jagya, everything, Maharaj. But I already, that's why today I thought I should start with this point. И вот такие, как Равана, Джарасандха, яги совершали и прочие какие-то ведические действия делали, но смотрите, битве между ракшасами, демонами и те, кто следует Бхагавад-дхарме, это большая разница, хотя те тоже вьюги уважают. Кароти яд яд сакалам парасмай нараяйнати самарпаята. That is why I was bound to speak this slok, so that you can understand. Hiranyakashipu, Hiranyaksho, Ravan, Kumbhakarno. И вот смотрите, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravan, Kumbhakarma, Jarasandha, они все. The result of karma unto lotus feet of Narayana Vishnu, not at all. Не посвящали результатов своих действий на Райне или Вишну или Кришне. Каино манаса, you know, everything actually, манаса индиярва, буддватмана ба унусита. Буддватмана by applying intellect, буддватмана ба унусита сабхава. Унусвадин by, you know, according to his previous, you know, out of his natural instinct is doing this, you know, because of mind. Whatever you are doing, whatever you buddhatmana va anushyata sabhavat, it all should be offered unto the lotus feet of Supreme Lord. Все, что мы делаем, это должно быть предложено лотосным стопам Верховного Господа, иначе нам придется отвечать за все хорошее или плохое, что мы делаем. Даже харикатха, я не могу произвести никакой сиддханты, у меня нет права производить какую-то сиддханту. Только я могу говорить то, что услышал от Гуру Варги. Я могу говорить о том, что сказал Шрила Прабхупада или Бхактивинода Такура. Если я что-то новое буду придумывать, то тогда это будет причиной моего падения со всеми последователями. Devil's workshop. Ideal man is a devil's workshop. Is ideal man? И вот есть пословица такая, here, что ideal, I can say ideal man is not at all interested to do anything. Те, кто бездействие находится. But it is not Guru Seva, it is personal Seva. You can say Maharaj is preaching. Okay, preaching. But it is his personal Seva. If I am not going to speak what Prabhupada told Bhaktivinoda Thakur, it is not at all. В общем, Махарадж имеет в виду, что если мы не говорим о том, что сказал Шрила Прабхупада или Шрила Бхактивинода Такура, проповедуем какую-то отсебятину, то это не подлинная проповедь. Это и такой человек, который этим занимается, просто падшая душа, и в итоге он падет со всеми
и попадет в ад со всеми своими последователями и те, кто следует подлинному пути Шаутапанхи, вот до них я говорю. И вот в этой шлоке говорится, что все, что мы делаем, мы должны предлагать это все лотосным стопам Верховного Господа. Я не могу произвести никакую сиданту на фабрике своего ума, иначе мне придется отвечать за все это. И вот Шрила Прабхупад очень часто говорил, что Харикатха она подобна работе почтальона, как почтальоны разносят письма от двери к двери, и его обязанность доносить письма, а не пересказывать, что там своими словами. Но нет, Шрила Прабхупад, вот он дает такой пример, что наше говорение Харикатхи — это очень похоже на работу почтальона. Мы должны говорить то, что услышали от Гуруваги. Если мы что-то отдельное будем делать, то тогда вся ответственность на нашу голову упадет. А если мы будем говорить то, что сказал Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, и любой, кто нападет на нас, и обязанность Шрила Прабхупады и Бхактивинода Тхакура Нитьянанды Прабху будет в том, чтобы защищать нас. А если мы боимся говорить об абсолютной истине, то это глупо, и такие проповедники, они тоже глупы. Если говорят только то, чтобы было быть популярными. Но может кто-то в этой жизни не поймет, поймет следующий, но все равно я не буду менять свою сиданту. Если говорю таким абсолютным образом, то тогда вся ответственность за наши действия найдет к Нитьянанде, Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру. Если люди нападают на нас, то пускай это их дело, посмотрим, что они могут сделать. И вот таким образом мы должны следовать пути подлинной Шаутапанхи. So what is the procedure? But that's why we are speaking Yudhishthira Maharaj speaking. You cannot find out any two rishi. И вот говорится, что нет двух риши, чье мнение бы совпадало. Decision is okay, perfect. Они каждый думает по-своему. So what is the procedure then? И что же делать тогда? И поэтому наставление, данное Юдхиштхира Махараджем. So we have to depend upon Mahayana. Mahayana means basically 12 Mahayana I already told. Мы должны следовать стопам Махаджан. Кто есть 12 Махаджан? So, и мы должны помните о них, и вот есть 12 махаджан, которые следуют Бхагават Дхарме. И вот мы должны быть очень осторожны. То, что Наротам Тхакур хочет сказать в своем киртане в Прама Бхакти Чандрике. Purvapar Kuriya Vichar. Mahajaner Jaipath, after that ... after the Mahajaner Seipath, Mahajaner Jaipath ... after that is the last line is written, Purvapar Kuriya Vichar. What is the meaning? Basically Mahajan is there. But those Mahajan, you know, и вот махаджаны, ну, смотрите, то есть кто-то хочет следовать только Прахлад Махараджи, но смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, они представляют эту Бхагавад-дхарму и процедуру служения Господу в более изысканном виде.
более простом виде, чтобы мы смогли принести радость Господу в самом простом виде. Арадда Бхагавана Бхаджастанаястадхама Вриндаванам Рамма Качидупасана Браджапати Варгина Джакалпита Симад Бхагаватам Прамана Мамалам Премапу Марта Махану Симан Махапур Матам Идам На Татрадаро Напара Татрадаро Но Апара. Here Махапур wanted to show us that this is здесь Махапрабху показывает нам, что это Сидданта я люблю, это, и вот когда Верховный Господь, Он... Не понял последнее слово. И вот в Киртане Нарутам Такура говорит, Пурвапар Кариявича, but one condition, Purva Par Kurya Vishya, we'll have to make one very, you know, adjustment. Previous Mahajan, what they told, то есть мы должны следовать всем Махаджанам, но this way, there should be one nice bridging soon, so that we can understand. Basically, we are going to honor them, Mahajan, Mahajano, Yeno, Gato, Sapanta, that is the way. Track we will have to follow. There is no problem. Otherwise, there can be big problem in our life. Now, the question. В общем, мы должны следовать всем махаджанам, но Nimi Maharaj was следовать больше тем, кто был последним, как, например, Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Please, you all, you are Navayogendra 9, Yogendra, they are all coming here. Вот вы Навайогендра 9, Йогендра, вы пришли ко мне по милости Абсолюта Верховного Господа Вишну. Его майя настолько сильна, что единственное лекарство – это милость Саду Гуру и Вайшнавов. Remind you, don't try to forget it. And it is written, Maina Mopri Mohini. Shankar Bhagavan, Varun, they can create Shankar Bhagavan, Varun, они могут создать майя. У них есть эта сила, как когда Яги Прит Химахараджа происходило, то Инда Махарадж, он украл лошадь, чтобы Прит Химахарадж не мог закончить свою суту Ягью. Поскольку у Индры был такой титул, Шатакрату, тот, кто совершил 100 жертвоприношений коня. Шатакрату means hundreds of yagya, ashwamedh yagya he has done in his life, 100. And nobody can break this record. И никто не мог победить этот рекорд, если бы кто-то сделал, то Индра бы завидовал ему, и поэтому, чтобы не допустить никакой ценой это соту Яги, он мешал всячески. И эту зависть можно везде видеть, в спорте, в образовании, в политике, естественно. Везде все завидуют кому-то, без политики, зависти сложно найти какое-то место. Discuss Harikatha, enjoy with all devotees in front of this rare chance. Almost impossible. At present, the whole world is so toxic. Это редко, что где-то нет зависти. Сейчас весь мир он оскорнен этим. Майя и пуджа, патишта, прочие зависти, стремлению к славе, почестям, концепции «я и мое», и никто не может потерпеть, что даже вот на духовном пути можно видеть, что многие не готовы потерпеть, что в их область проповеди кто-то еще приходит. Inside the group of his disciples, they also went against him.
против Шрилы Прабхупады выступали много людей, даже его ученики вели себя иногда, как некоторые ученики вели себя, как демоны. Maybe his name is Judas. И вот Иисус тоже предсказал, что среди его учеников будет один предатель. У чистых Гуру Вайшнавов нет никакой зависти, поэтому мы ищем чистых Гуру Вайшнавов. А почему? Поскольку другие саду, они не могут очистить нас. Почему мы ищем чистых гуру вайшнавов? Потому что не могут очистить нас, они чисты. Если есть какая-то зависть внутри их сердец, то тогда flop preaching. It's not preaching, it's not an actual preaching. They can die. This way actually... Вот не понял. So, ну, в общем, смысл, что если кто-то проповедует, должен проповедовать без всякой зависти. И мы заинтересованы в том... И вот мы сейчас говорим о Бхагавад-дхарме, и сейчас мы придем к наивысшей цели, которую показал нам Махапрабху с помощью Рай Рамананды. И вот в начале Шримад-Бхагаватам есть такие слова, не забывайте это, любое количество философии мы можем слушать с различных мест, может что-то красивое, мы можем танцевать, а Майяна тоже поможет нам как-то, чтобы мы жизнь за жизнью вот, скитались, танцевали с одного места в другое. Майя, она может заставить нас танцевать. It is Nirma Saranam Satam. This Bhagavad Dharma is only for those sadhu, those who are having no envious attitude. They are having no fighting attitude, envious attitude, nothing. Envious attitude means, suppose my son, my daughter, you know, they are going to do bhajan nicely. If I discover Bhagavad Dharma, она для тех, кто не имеет никакой зависти. И еще можно видеть, что какие-то люди видят, что у кого-то баджан лучше получается, и начинают завидовать и всячески препятствия чинить. He is unable to bear the kind of improvement seen in that devotee. И вот есть такие люди, которые не могут смотреть, что у кого-то лучше, чем у них. You know, with you know, Kesava Gosvami, Siddhartha Gosvami, we cannot tolerate. That's why we can go against him. И выступают против таких людей. Вот в этом проблема. Если есть какое-то такое настроение, то такие люди никакого блага не обретут никогда. И вот если такие люди, вот такие завистливые люди никогда, по крайней мере, на пути Бхагавад-дхармы успеха не достигнут, это не для них. И мы должны помнить эту шлоку, и вот что народ там таков. Он хочет сказать, вот это стих, он правильный. But finally, when no, в итоге, my present Guru Bhargava is going to show me more fine way, curate way, смотрите, так, to наша Гуру Варга, follow this bhajan path, bhajan track, so that самые близкие к нам последователи по времени, они дают более утонченный путь баджаны, более подходящий для нас. This way, и вот таким образом,
Нагутам Таку он дает такой совет, чтобы мы поняли этот стих. И вот вопрос, когда Ними Махарадж он задал такой вопрос Навайогендрам, что мы хотим узнать. Я хочу знать о Майе, что такое Майя. Я уже объяснил, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакур насчет Майи. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что есть внутренняя энергия Верховного Господа, это изначальная шакти, но кроме нее есть еще какая-то шакти, которая видна в этом материальном мире, но кроме этой изначальной шакти, есть еще какая-то шакти. Она похожа на тень. Вот это Махамая. И мы можем прийти к заключению, что Майя, внутренняя энергия, это йога майя, она изначальная внутренняя шакти, есть еще майя шакти, которая подобна тени. Йога майя. В Брахма Самхите также говорится, Бхуванани Вибхурти Дурга, Сришти Ситхи Випалая Садхана Шакти Река, Чайе Ваджаса Бхуванани Вибхурти Дурга, I already told. Это чая, тень, не настоящая, и в этом таком мире она отрицательную роль играет. И вот я говорил, they are doing everything, but original Shakti is there, original, and their shadow, that's why they are according to the gesture of Maya, indication of Maya Shakti, Mahamaya Shakti, they are dancing. They don't understand what is Yogamaya Shakti, they don't understand, even today. И вот не все понимают, что такое йога майя, даже до сегодняшнего дня. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, есть изначальная шакти, есть тень этой шакти. И также какие-то преданные из Испании, они задали такой вопрос. И вот я хочу ответить, скоро я отвечу на их вопросы. И тогда вы поймете, как это возможно. Вот если вопрос был про адские планеты, это правда или вымысел? It according to time and circumstances. И вот майя, она одна, но иногда is, действует как йога майя, иногда как маха майя. Giving service, you know, this way. So now in front of Navayuganda, Nimi Maharaj wanted to ask, Parasho Vishnu Rishasho Mahinam Upi Mahini. Nimi Maharaj спрашивает у Навайогендру, что смотрите, даже Шанкар Бхагаван, он очарован. Шанкар Бхагаван was bound to drink all the poison. Когда Шанкар Бхагаван он вынужден был выпить яд с пахтани океана, то тогда Махини Мурти, Махини Аватар. Там Махини Мурти, Махини Аватара, Господь принял форму такой прекрасной женщины. You know, you cannot just, you know, so Bhagavan also writing in Bhagavatam in different way. И вот Бхагаватам описывается это. Объясняется, и даже Шанкар Бхагаван, он спросил, о Господь, я хочу увидеть твою майя, а что толку? Вот я был, не было меня тогда, я выпил яд и был бессознателен и не смог увидеть твою Махини Мурти. Я хочу увидеть ее. Что, зачем тебе? Нет, я хочу увидеть твою майю. Окей.
Хорошо, я покажу тебе когда-то. И тогда очень скоро Шанкар Бхагаван, Деви Майя, вот он был со своей семьей в полном сборе, и вдруг Шанкар увидела прекрасную девушку. Она играла мечом и танцевала. Moving here and there, he is dancing, just like dancing, very nice, sweet dancing. So we see. И вот он подумал, кто же она? И Шива был очарован ею, хотел поближе подойти и посмотреть. В итоге Шанкар Бхагаван забыл, что вот слева от него его жена Дурга, она находится здесь. И он побежал за этой Майей и пытался поймать ее. И Шанкар Бхагаван бежал, и в итоге, когда эта женщина была в, уже это Шива поймал ее, то... то Махини, она приняла свою изначальную форму, и сказал, и Господь в форме этой женщины, он опять обернулся Господом и сказал: «О, Шива, ты же тот, кто победил вожделение». Чего ж ты делаешь? Шива начнулся, ему стало стыдно. И вот он сказал: «О, Шамбу, ты Камаджой, ты победивший вожделение, и что ж ты делаешь?» И вот что же такое Майя, Индра, Варуна, Шанкара, даже они, они могут показать какую-то Майю перед нами, окутать нас, одурачить с помощью этой Майи. И чтобы это показать, то можно видеть, что Риши Муни, они привлекаются чем-то из-за влияния Майи. Урваши, Менока, Урваши, Минака, Васишта Муни, Менока, Дурбас, Вишвамитра Муни. В общем, какие-то муни, они вот являют лилу такую, что они очарованы, привлечены Майей, чтобы показать нам, что Майя настолько могущественна. Но я могу привести свидетельство, что чистые преданные, они не попадают под влияние Майи. Любое количество Майи, сколько бы ее ни было, то, но чистые преданные, они вне ее влияния. Я пример могу привести. Харидас Такура Майя, она сама Майя пришла в эту Пулию, и также Майя Деви пришла в различных формах, в форме лакшахиры, проститутки, но так или иначе они не смогли ничего сделать, не смогли изменить настроение Харидас Такура, это невозможно, поскольку в практике чистой преданности есть... Эта практика чистой преданности, она очень привлекательна, очень чарующая, и поэтому Шрила Прабхупад говорил, что мы должны избавиться от влияния привлечения к чему-то материальному и от отвращения к материальному. Если мы не избавимся от этой майи, от влечения или отвращения к майи, то можем совершать баджан тысячи лет, но все же майя она сможет влиять на нас, и поэтому Риши Муни, вот они тоже, и даже Шанкар Бхагаван явил такую лилу влечения к майе. И майя, она очень чарующая, очень красивая, и редко кто может устоять. Мамива я пропаданте, майя метам таранти, they can only and only, they can cut майя. Те, кто полностью предается лотосным стопам Господа, только они могут победить Майю. Что такое шаранагати?
не все понимают, что такое шаранагати. Кто-то делает, как, совершает какое-то самопредание на то, что говорит Джива Госвами. Как это понять? Это очень редко. Мы можем говорить много слов, помнить, но что такое шаранагати на самом деле. И вот вчера я говорил. Те, кто обретают милость. Но точное определение каково я хочу чувствовать, почувствовать, понять это, поскольку без полного осознания любое количество философии не может находиться с нами. Если мы получим милость Гуру Вайшнава, тогда мы осознаем все это, иначе будет диарея. То есть мы можем слышать много, но ничего не усвоится. В одно ухо вошло, в другое вышло. И мы должны быть осторожны насчет этого, мы должны понимать, осознать все. Шрила Прабхупад говорит, что это естественно, что внутри обусловленной души. И вот все обусловленные души, они иногда, можно видеть, они пробуждаются, иногда в спящем состоянии находятся, иногда пробуждаются, делают какие-то материальные дела. И вот Шрила Прабхупад пишет, в Патравали, в одном из своих писем, Jive Svabhave Mukto in the nature of bonded soul. И вот там пишется, в природе обусловленной души есть обусловленность и стремление к освобождению. И вот в письме Шрила Прабхупад пишет, внутри обусловленной души мы можем найти пробужденное и спящее состояние. И также в обусловленной душе это естественно, что у них есть такое обусловленное состояние и освобожденное. Я это объясню, когда будет тема про вечных дживатам и их сварупу. Вот Махарадж говорил на вот тему дживататвы, но не полностью закончил ее. Ну и продолжит вскоре. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать, что внутри обусловленной души мы видим, что они могут быть в пробужденном и в спящем состоянии время от времени. That jivatma to achieve that state already there. I already told a jivatma in sarupa is a не помогают достичь такого пробужденного состояния. Я уже сказал, что дживатма, она чит атма, она сваруп, она полна знания. Знания уже есть, а Гуру Вайшнава не помогают этим дживатмам избавиться от обусловленности и открыть свое изначальное положение. И Шрила Прабхупад говорит, что в свабаве Бхатхаджива есть как вот обусловленное состояние, так и освобожденное. Так, боги и тьяги есть такие, наслажденцы и отреченцы. Бхакти, вечно те, кто служат вечно Кришне, они не те мукты, к ним это неприменимо, но те бхакти, садаки, те, кто с помощью садханы пытаются обрести бхакти, они бхакти через свой бхаджан, они after that enter into the field of seva, I mean bhajan, then they can ultimately can get siddhi, I mean eternal seva. И вот они так совершают свой бхаджан, достигают совершенства, обретают вечное служение. И вот Шрила Прабхупад говорит, что в природе обусловленных душ
эти два состояния есть, иногда обусловленные души так и делают или иначе. И в случае с Аджамилой можно вспомнить, что он был хорошим браманом, но потом скатился вот в плохое состояние. Это Бадха Бава и Мукта Бава уже есть внутри джив. То есть это склонность к наслаждению и к отречению. Но мы хотим отказаться от того и от того, и от боги, и от тяги, от наслаждения и от отречения. Мы не заинтересованы в этом, мы хотим совершать юкта-вайрагию, гармоничную вайрагию, с помощью которой мы можем служить Верховному Господу лучшим образом. Почему те преданные, они делают что-то негативное? Я уже говорил, завтра продолжу. И вот Нарутам Таку, благодаря своему смирению, Нарутам Такур из-за своего смирения он пишет в своем киртане, чтобы показать нам, чтобы дать нам такой урок. Не то, что он в обусловленном состоянии, а чтобы пример, есть он Чампакалата, исполняет свое вечное служение как в Гурадхаме, так и в Враджадхаме в форме Чампакалаты, а в Горалиле в форме Нарутама Такура, он Гора Паршат. И вот когда Нарутам Такур в Прахтхане, в своем киртане, пишет такие слова: Кама кодо шай жане лайя фире нана стане бишае бунжае нана моте хайя майар дас кори нана увилас томас морон гело дуре ортолав ейя се копот вишнаб беше брамия буле гаре гаре. И вот мы должны изучать, петь эту Парахтхану прямо Бхактичандрику. И объяснение, чтобы объяснить эту Парахтхану и прямо Бхактичандрику, это отдельная тема. Падишамрита, Манашикша есть. И мы должны понять все это. И если мы запутываемся в нашем понимании, то можем так совершать баджан неправильно. Как в математике, если мы решаем уравнение какое-то и допустили ошибку мелкую в начале, то все неправильно в дальнейшем. At that time you'll have to do one mathematical solution, you'll have to 1 hour, 2 hours, you know. But if I make some basic mistake in the beginning, I can give my energy for 2-3 hours, but I cannot come out successful. Ну вот Махарадж повторяет, что если в математике вначале допустить ошибку в решении какого-то уравнения, то если потом даже час, два или три решать, но потом выяснится, что вот вначале ошибку допустили, заново все нужно будет пересчитывать. Regarding literature, these that you have to, they can cut mark. They cannot give full mark. By mathematics, such a thing. If you are right 100%, they are going to give. If you are wrong, then zero. Maharaj, up to this point I was out, they are not going to hear anything. Maharaj, up to this point I was successful to write. Why they are not going to give me half mark? No. Wrong means wrong. Wrong means wrong. If you have, your understanding is wrong, you are not going to follow pure Guru wisdom, only you took Diksha from such a sadhu. И вот также, если вы в паджане, если вы приняли прибежище у какого-то ложного гуру, то все, что вы делаете в дальнейшем, оно неправильно. И Нарутам Таку, он пишет таким образом, мы не должны думать, что Нарутам Таку, он обусловленная душа, он показывает нам путь баджана, сколько смирения должно быть у нас. Шрила Бхактивинода Такур в Баджанархасе тоже пишет об этом. И вот Шрила Бхактивинода Такур пишет, может, мы знаем,
что саду, он полон различных достоинств. Но все же это саду может быть очень смиренен, как Кришнадас Кавираджа Госвами. Он написал столько замечательных книг, но он очень смирен. Это по милости, по вдохновению того Верховного Господа Говахари. Я составил эту Расамрита Синдху, хотя я недостоин, но все же по его беспричинной милости я смог сделать это. И таким образом Наротам Тхакур из-за своего смирения пишет так, что но обусловленная душа из-за ее Бхагават Висмрити, из-за забвения. И вот, когда они забывают о своей связи с Бхагаваном, об условии души, так или иначе, вот Аджамил, у него была какая-то связь, но с Господом, но очень плохая связь, и поэтому он пал. Это стало причиной его падения. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто забывают свою вечную дхарму, эти трансценденты, хотя уже это есть эти качества в них, им не нужно где-то из них приобретать. И вот когда души забывают о своих вечных обязанностях, то они... А когда они забыли Кришну и все, что связано с ним, я уже говорил, есть два вида джив. Первый — те, кто вечно служит Верховному Господу, никогда не видели майя, не имеют никакого представления о майе, и те, кто вечно обусловлены, это организация Верховного Господа, он так это сделал, такую лилу явил. И также Верховный Господь, он дает им выбор, если они хотят быть обусловленными и служить майе, то пускай служат, и есть другая бхава, мукта аваста, освобожденное состояние, и эти два состояния могут быть обусловлены и освобожденные. То есть кто-то чувствует вдохновение служить майе, а кто-то Кришне. И вот тогда, когда они могут встретиться с чистыми садху-гуру и вайшнавами, они изменят свое настроение. И вот Шрила Прабхупад пишет в своем письме, что у обусловленных душ вот эти есть два состояния, два варианта. А шаранагати, что такое шаранагати? Поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур, он объясняет одну шлоку из Бхактирасамриты Синдху. Ишварасо севане. So, я кенапи оти бхагьено ято саддхо ашо севане нати шакто но вайрагьо бхагаха бхага асям адхи карджа асо.
Those who are ultimately not going to feel too much attachment. И вот те, кто не чувствуют влечения в самсаре, анасакты, they have no attraction in this те, у кого нет влечения к этой семейной, материальной жизни, you know, they are at present, и вот они... Kenapi otibhagyeno. At present, still today, they are not growing that kind of detachment. But те, кто не развили такую отреченность, у них нет такого... такой отреченности в полной ее полноте, и в этом случае их вайрагья не совершенно. И вот даже сейчас они не могут достичь полной отреченности. Я еще уже говорил, вайрагья в них нет, но когда по своей удаче они... If they can grow that kind of mood, bhagya krame, Krishna seva shraddha janme, bhakti mukhi sukriti. И вот когда они обретут бхакти мукхи сукрити, то в этом случае они могут пытаться. You know, I mean, Bhaktivinoda Thakur wanted to speak. Имею в виду, что Шрила Бхактивинода Тхакур хочет сказать, когда эти люди, совершающие самсару в нашем дхарму, в процессе этого, если однажды из-за какого-то горя он обретет отречение, ему надоест вся эта самсара, материальная жизнь, то тогда... И always thinking, you know, that this family, this, you know, this material life is unstable, nothing. And I wanted to get this thing, that thing. И вот когда они уже присытятся материальной жизнью, но из-за so ultimately, this is the ultimate goal. So somehow they are going to grow detachment fully and и вот в общем, они, когда им надоедает все материальное, отреченность естественным образом возникает, и возникает такой вопрос от Атабах Маджигаса. Они интересуются своим подлинным «я», своей душой. И если мы не чувствуем необходимости узнать, кто мы на самом деле, задать такой вопрос, кто я, то такой человек не может стать успешным. Этот вопрос, он абсолютен, он очень и очень важен, и поэтому Сукадев Госвами был очень счастлив, слыша вопрос Парикшит Махараджа. И Гурудев, Гурупад Падмаш, Сукадев Госвами, Парамахамса Гуру, он был очень счастлив, он был настолько счастлив, что он вынужден был одобрить своего ученика. Он похвалил его, он сказал такие слова. Он был вынужден сказать так, он прославлял своего ученика. Твой вопрос, он великолепен. Ты задал такой вопрос, столь великолепный вопрос, и этот вопрос, он принесет благо тысячам людей, тысячам душ в будущем и сейчас. И вот перед Парикшит Махараджем Сукадев Госвами он похвалил его за такой замечательный вопрос. Лучший из вопросов. Твой вопрос великолепен. Arrange good for all society. Парьянешо, те просто кито локахито не посол. И вот ты задаешь этот вопрос ради блага всех обусловленных душ. Атма, and not only that, but also it is не только это, а также это одобрено атмавидами. Атмавид. Атмавид мане those who значит, те, кто знает полностью татву. Without having complete татвагьян, не имея полного знания всей
Ахмататтве никто не может стать Атма-таттва видом. И вот есть такие полутаттва виды, но есть те, кто знает, что такое майя, Бхагаван, души, их отношения, и такие могут ответить быстро и четко и помогут нам избавиться от всех сомнений. И вот все эти вопросы, они одобрены атма-таттва-вид пурушами, великими личностями на пути баджана. И вот все, что вы ожидаете услышать, может быть, хотите услышать что-то о физике, или о химии, или математике, географии, все знания, которые вы хотите обрести, даже по карму, гьяну и прочее, мы слышали. Это такие предваряющие шаги к бхакти. What all you can expect in your life to hear? This question is so topmost question that they can have the chance to hear. Вот у вас вопрос настолько великолепен. To arrange their mangal. Что несет благо для всех живых существ. И должен быть какой-то главный вопрос в нашей жизни. Как же развить отречение? Нельзя заставить всех стать вайшнавами, носитилаки, малу, это неправильно. Они не смогут понять, что зачем есть силой кого-то заставлять, это глупо. Если есть какой-то могущественный саду, как Нарада, он может своим примером вдохновить кого-то. И такой человек может стать вайшнавом добровольно, как вот этот охотник, когда он встретится с Нарадой. Нарада спросил, зачем же вот он убивает живых существ. Вот он сказал, как же покормить себя и семью. И Нарада сказал, что сломай свой лук со стрелами, я дам тебе другой путь. И вот благодаря влиянию Нарады этот охотник, он полностью изменился. Это было такое магическое влияние Нарады, поскольку он так много грехов совершал. Но смотрите, оскорблений не было у него, только одни грехи. Поэтому он был прощен и нашел решение, поскольку любое количество грехов, которые вы совершали в своей жизни, очень просто освободиться от них с помощью намабасы. Но опять же, это не значит, что нужно совершать намабас и заниматься какими-то грехами. Это неправильно. Это неправильная процедура. Мы должны понять. Мы должны понять подлинную таттву. И вот таттва джигьяса должна быть. Если нет таттва джигьяса, она не развивается в нашем сердце, поскольку И вот если джива пытается избавиться от обусловленности, то тогда шрадха может возникнуть в ней, она будет слушать харикатху, харикиртан, и с помощью вот этой харикатхи и харикиртана она избавится от влечения кармы и всему остальному. Вот Махарадж говорил чуть раньше. И вот Джива Госвами Пад говорит, Сарана, не расслышал слово это.
садат тадану бритти чештайва сат. Кармо паритяго бидхияте. But Jiva Goswami speaking, И вот Джива Госвами говорит, когда у души возникает такая вера, непрерывные усилия, чтобы делать что-то, вот слово «тат», Брахмавасту обозначает Бхагавана. Jatayam, Shraddhayam, when is going desire, и вот когда у души рождается желание совершать непрерывное служение Бхагавану, она хочет следовать саду Гуру Вайшнавам, чтобы понять, что такое бхакти, что такое баджан, и тогда единственной целью в жизни такой души становится удовлетворение Верховного Господа. Five hours morning time it done. Now I cannot do. Not that. Sadat adonu vritti chestoivo. That kind of effort can be seen inside that jiva. Tadonu vritti chestoivo sat. And karma automatically going away from his life. It's like из жизни такой души карма, она автоматически уходит. Just like the changing of screen. Just like the changing of skin of a snake. Это происходит, как змея меняет свою шкуру, как вот она безболезненно меняет шкуру свою. When snake going to change new skin, old skin going to live, then without any pain is going to throw. И вот так же, как и змея безболезненно отбрасывает свою старую шкуру, то так и вот такая предавшаяся душа, она отказывается от кармы. Когда Рамананда приводит такой аргумент, пример вот с кармарпоном и вот сарвадхарман паритяджа, это не шутки, если you can start crying. Например, забрать ребенка у кого-то, то человек такой начинает волноваться, беспокоиться. И также люди, обусловленные души, привязаны ко многим материальным вещам. It's okay, but still, this kind of attraction, Mune Ropi Dustajjo. Those are Mune Ropi, even they cannot come. А даже Муни-риши не могут избавиться от каких-то привязанности, и мы должны быть очень осторожны. Вот это последняя шлока Бхагавадгиты не так проста. И мы должны чувствовать. Из Бхагаватам я могу много примеров привести. И то, что мы все должны предлагать Верховному Господу, все, что мы, к чему мы привязаны, мы должны предложить это Верховному Господу. И вот когда Ними Махарадж задал такой вопрос, то Нава-йогендра начали отвечать. Пожалуйста, скажи мне, я хочу услышать. И что такое майя? И вот вопрос был, что такое майя? Второй вопрос. Ятхайтам айшварим майям. Ятхайтам, so that this kind of айшварим майям, this great maya, это великая майя. We can cut. Как мы можем избавиться от ее влияния? Как избавиться от влияния этой великой, могущественной майи? Таранти анжаха стхуло дхио махарсо идам уччатам. So many titles, you know, definition there. И вот он много таких
определение Майи дал, что это Майя, она Айшварьям, она неотделима от Верховного Господа, как Шакти, Шакти Матор Абьет, мы должны помнить это. Is Maya not coming also from Ishwar? Ishwari Maya. Ishwari Maya. Which is quite impossible Ishwari to cross Maya, over. Которую Maya, практически невозможно преодолеть. Akritatmavi, we have that kind of, you know, Sukriti is not there. Этого Сукрити нету, нет такого могущества, чтобы мы смогли преодолеть Майю. So that we can cut it very easily, would you please можешь ли ты сказать путь, ту процедуру, с помощью которой мы можем избавиться от Майи, от этой могущественной Майи? Я знаю, что это практически невозможно, но все же я хочу узнать от тебя, как можно запросто избавиться от влияния Майи. Можешь ли ты сказать нам, как? Hey Mahasaya, idam uchchata. Please, you speak out this procedure. Пожалуйста, расскажи о том, как же я могу избавиться от Майи и достичь успеха в моей жизни. You should understand how to cut this Майя. И вот как же избавиться от Майи и we can get different kind of advice. You know, not one advice. Because all bonded souls, they are busy, they are always in group. И вот все обусловленные души, они не в одиночестве, а. About bonded souls, it is written, karmani arabh mananam dukcha tvai sukhaya cha pashyet karma vip pashyet pako viparyasam mithuni charinam ninam. What is the painful condition of those karmi people? И вот какое же плачевное состояние тех карми, они without начинают карму, без кармы не могут жить. И вот они начинают совершать свою карму, без кармы они не могут жить, они материалисты. Why they are doing karma, Maharaj? А почему они совершают карму? Какова их цель? Я аналитически говорил об этом, и вот сейчас я хочу опять продолжить, чтобы вы поняли, они совершают карму, и у них есть цель избавиться от страданий и обрести счастье. Это их единственная цель. Вот на хинди есть такая пословица, что все счастье, богатство пришло в нашу семейную жизнь. И все трудности телесные, умственные и прочие болезни все ушли. Это вот их цель, этих карми. И те, кто начинают свою карму, это их единственная цель, а те, кто находится в варнашрама-дхарме, тоже можно видеть. Тоже стремятся к этому. Still, they are not doing Varnasandhar perfectly, because I already explained for 2-3 days. Но опять же, совершать Варнашрама-дхарму совершенным образом не так просто, поскольку наивысшая цель Варнашрама-дхармы удовлетворить Верховного Господа. Если мы не достигли этой цели, то тогда наша карма, она бесполезна. Это она только двойную обусловленность приносит. И вот чтобы избавиться от этой плачевной ситуации. И вот люди пытаются избавиться от страданий и обрести какое-то счастье, это их цель. Карманья арабха мананам дукча твои сукхая ча пашет. They wanted to do something good. И вот они хотят что-то хорошее сделать, но в итоге они недостаточно удачливы и терпят поражение в этом. Кто-то с какой-то медицинскую фабрику строит, занимает кучу денег.
И в итоге не может ничего сделать, банкротится и не может отдать занято. И такова ситуация. Люди пытаются обрести счастье, но не получается ничего. И вот все хотят какого-то счастья, но в итоге встречаются со страданиями. Они пытаются объединиться. И вот Вишвана Чакраварти говорит, вот Митхуничча значит мужчина и женщина вместе. Они пытаются вместе достичь какого-то счастья, но не получается у них, поскольку этот материальный мир, он не вечен. Страдания и наслаждения, они временно. Я много раз говорил об этом. Те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к наслаждениям чувств. А глупцы, они стремятся и попадают в огонь. И какова же процедура? Много наставлений, которые даны новойогендре, но времени у меня нет. Обсуждать их все в какой-то день, я буду говорить о них. И вот мы должны следовать этой Бхагавад-дхарме. Мы должны приблизиться к чистому гуру, кто уже следует этой Бхагавад-дхарме. И вот тогда мы получим совет от Нава-йогендра. Вы должны изучить эту, узнать эту Бхагавад-дхарму и не совершать никаких ошибок. Поскольку если мы сделаем неправильные вещи в начале, то как потом мы сможем ей следовать? И поэтому я говорю очень обширно, чтобы вы почувствовали все. Мы должны изучить, узнать, принять такого гуру, который не отличен от Верховного Господа, и от него получить все остальное. Без всякой майи мы должны следовать гуру Вайшнавам полностью, без отклонений, не должно быть никакого запаха, даже лицемерия. В начале амая-я, анувритти значит полностью, без отклонений, все, что гуру Вайшнавы говорят, мы должны делать это. И вот с помощью этой процедуры мы сможем, я даю вам совет следовать Бхагавад-дхарме. Почему? Через с помощью этой процедуры Бхагаван, он готов отдаться, продаться вам, и действительно так и говорится. И поэтому здесь говорится так. Хари, Верховный Господь, Парат-Парахилеша, Он всегда находится нами, так или иначе, Он готов продаться нам буквально, если, но у нас нет силы обрести, развить такую любовь к Нему, чтобы купить сердце Верховного Господа. И вот вчера я уже говорил, что те, кто следует какой-то процедуре Варнашам Дхармы совершенным образом с целью удовлетворить Верховного Господа Шраванам, Киртанам, все. Но Махапрабху почему не был доволен? Он говорил, что это хорошо, но это не выше. Говори дальше. И вот я знаю, говори. И после этого Рай Рамананда, он вынужден был сказать о том, что вот мы обсудили кармарпан вчера, следующее.
different kind of discussion. Dama, Rai Ramananda saying, и вот потом Рай Рамананда говорит, different, from different corner, different angle, I was discussing about how we can make karmarpan, and when karmarpan is not perfect, я говорил, как совершать этот кармарпан, предлагать плоды своей деятельности Кришне и прочее. Потом следующее, Рай Махашой говорит, Свадхарматьяк, когда кто-то оставляет свою свадхарму, свою обязанность, свою варнашраму, варнашрам дарму тьяг. И в этом случае много вопросов возникает. Что такое благоприятно, что нет, это большой вопрос. Если мы совершим ошибку, в этом проблема, не сможем стать успешными. И вот кармарпан как бы хорошо, но не совсем. Варнашрам дарму, если мы отказываемся от варнашрам дармы, если мы достигаем такой зрелости, это тоже хорошо, можем пытаться сделать это. Но варнашрам дарма, отречение от варнашрам дармы, Шрила Прабхупад говорит, есть одна цель, не должно быть другой цели. Я завтра об этом буду говорить, Шрила Прабхупад объясняет. Варнашрам дарма тьяг, после оставления варнашрам дармы, Бхагават чаране прапаннава саддуса. When you are going to throw everything, you are less interested, варна асам everything, finally, сарва-дармана паритяжа мамекам. Вот эта шлока из Бхагавад-гиты, она удовлетворяется. Сарва-дарман паритяжа мамекам шаранам враджа. Если вы сможете сделать это, то... It is called prapanna-hava, it is called saddusa. That's why Ramananda is speaking, Ramananda Rai speaking. Как-то так. Leaving all this thing, when somebody going to take shelter of the lotus feet. И вот Рамананда говорит, оставив все, если кто-то примет прибежище у лотосных стоп Верховного Господа, это суть садана, суть садхи. Садхи. I know. Саддуса. Those who are externally going to follow Varnasam Dharma, те, кто внешне следует Варнашрам дарме, я не говорю о них. И те, кто заняты кармарпаном, я также сказал, что если есть хотя бы запах ложного эго внутри этого кармарпона, все же это осквернено. В итоге Рай Махашой дает такой совет и цитирует шлоку. Поскольку так или иначе варнашрам дарма, когда джива оставляет варнашрам, вот посмотрите на наше общество, вот саньяси, брамачари, посмотрите. Ничего не оставили, можно видеть, что вот они привязанные были домохозяевами, приняли саньясу какую-то, ведут себя как домохозяева. So there is no solution. Может решить эту проблему. So somebody can leave Varnasam Dharma. Кто-то может оставить Варнашрам дарму. You know, somebody can leave Varnasam Dharma. They are going to take sannyas. These there are so many things. То есть из-за незрелого отречения это все, а Шрила Прабхупад говорит, когда они сердцем не принимают саньяса, а просто внешняя палка и шафрановая одежда, это не признак нашего баджана, не признак саньяса дхармы. Шрила Прабхупад объясняет так. Те, кто решили то, что сердцем и душой мы будем служить Верховному Господу любой ценой, в любой ситуации. И вот из Бхагаватам говорится, что такие души, они подлинные саньяси. But genuine sannyas and но false sannyas, подлинные саньясы и ложные саньясы, если вы не будете кооперироваться с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром, то тогда мы не сможем стать успешными. Всякие обманщики, они
съедят суть нашего баджана. Мы должны кооперировать со Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такура. Мы должны развивать такое сознание, слушать подлинную харикатху. Мы должны пытаться понять все это, чтобы осознать, что такое правильно, что такое нет. Та харикатха, которая обманывает нас, это не настоящая харикатха. Харикатха — это то, что увеличивает наше сознание, настроение баджана, настроение севы, это зовется подлинной харикатху. Я говорил об этом давно. Брахма говорит Нараде: «Мой сын, ты должен быть очень осторожен». So that they can grow bhakti unto lotus feet of supreme lord yatha haru bhagavati ninam bhaktir bhavishyati. Be careful, you have to explain the Bhagavad Dharma. Ты должен объяснить эту Бхагавад Дхарму, не просто объяснить, еще и делать все, о чем ты говоришь. И те, кто следует тебе, если они не оскорбители, они изменят свою жизнь. Bhaktir bhavishyati, ninam bhaktir bhavishyati, so that they can go bhakti mood. With this target you have to go to preaching field, otherwise. И с этой целью мы должны проповедовать, чтобы помочь другим. А если вы не можете это сделать, то лучше ничего не делать. Иначе под именем проповеди всякая ерунда будет происходить. Вот Нарутам Такуру говорит. Некоторые проповедуют просто, чтобы собрать побольше денег. И могут ли такие люди изменить чьё-то сердце? Даже своё сердце не могут очистить, как они помогут другим. Big preacher. Foolish. И вот Хираньякашипу. Hiranyakashipu, you know, gone, and Hiranyaka going to pass lecture. Когда умер, точнее наоборот, Хираньякашипу начал говорить: о, мать, эта жизнь, она не вечна. Сначала ему хорошо бы самому понять, что жизнь не вечна, а он только советы другим раздает. Хираньяка умер, и вот Хираньякашипу, он давал такие советы всем, что душа вечна, тело не вечно, о мать, пытайся понять это, все родились, когда-то умрут, но неплохо бы ему самому сначала понять то, о чем он говорил, понять, что жизнь не вечна. Then Rama is finally going to quote this shloka. I already told you yesterday. И вот Рама Хашой цитировал эту шлоку в итоге. Антьяйво гунано дошано майадиштано упи шакано дхармано сантяджо я сарвана мам бхажет са ча саттама. I cannot touch this point because I already discussed. You have to remember. You know, Bhagavan speaking. И вот Бхагаван говорит. In different shastra, в различных шастрах, in different ways, because there are different kind of quality of people. Есть разные люди, вот согласно их качествам, уровню. Бхагаван с разными способами говорил. Агья-ойбам гунанам, any kind, different kind of instruction I have given, but which is you have to follow because I was bound to speak for Tamaguni, Rajaguni, Satoguni. Вы должны следовать им. Я говорил о вот Раджагуни, Тамагуни, Сатвагуни, и для чистой Сатвагуни вот различные процедуры. Must be there, so that they can choose one right procedure. Люди могут выбрать правильную процедуру для себя, чтобы они хотя бы что-то могли сделать. Гунано, досано, майадиштано, though I have given instruction. И вот хотя я дал наставление, что согласно времени, месту и обстоятельствам мы должны видеть хорошее и плохое всего, и после этого нужно отказаться от всех обычных дарм. Так или иначе, вы должны делать все, чтобы удовлетворить меня. All different kind of as you are going to show.
only mam bhayetos sa cha sattama. He is actually sattama. Positive, comparative, superlative. So, Mahat Bhakti, I already told you this, we are going to Chaturvida Vajanti Mam Jana Sakritina Arjuna Arto Jigyasu Arthartha Jnani Cha Varatartha. They are actually trying. Bhajante, Chaturvida Vajanti. They are trying. И вот те, кто пытаются совершать баджан Верховному Господу, в эту категорию карми, йоги, бхакты, гьяни попадают. И среди этих категорий есть три категории бхакти, и вот три категории этих бхакт. Positive, comparative, и вот есть super little, среднего, начального и высшего уровня. И Бхагаван говорит, что преданные на высшего уровня, они оставляют все и пытаются сделать все для удовлетворения Верховного Господа. Саттаму, вот эта категория может разделена быть на три подкатегории. Те саду, которые маханты, которые... Also should be divided into three parts, three parent categories. Ну, в общем, эта категория тоже на три может быть разделена. И Джива Госвами потом показывает different kind of саттама. One is avara саттама. Avara саттама, what is one ma madhyam саттама, aparam саттама. Рая Рамананта, actually, yesterday already discussed, all 27 и вот Махарадж kind of, вчера говорил о 27 качествах преданных наивысшего уровня. И все эти 27 symptoms, качеств, признаков Махарадж обсудил вчера. Кому бхутке удеш карена is not going to give, pain to anybody, non-violence, friendship, merciful. Те, кто не причиняют никому боли, те, кто милостивые, и вот и прочие 27 качеств, те, кто не беспокоит других, не завидует никому, и прочие качества, вот мы уже вчера переслушали. И вот Рай Махасой говорит из Свадхарма Тьяга. Shadharma is Raimasa giving the example. Sarvadharmanam Paritej Mahamekam Sarana. This is the final. Samasto any kind. Sarvadharman Paritej Mahamekam Sarana Vraja это наивысшее. Kula dharma. А различные дармы, семейные, общественные, наследственные, социальные, варнасама дарма. И все остальные. А те, кто принимает прибежище полностью у лотосных стоп Верховного Господа, то он все это оставляет. И вот Бхагаван говорит, что нужно без остатка полностью предаться его лотосным стопам, и не должно быть никаких других мотивов и желаний. И в этом случае, если какая-то адхарма случается, какой-то грех случается, то я беру ответственность на себя за все. И я уже объяснял об этом, а вы забыли. И таким образом, когда вы принимаете прибежище у Верховного Господа, adharma, bapap, sinful, but Krishna speaking, you need not think. It is my responsibility. Because this charan, this absolute вам не нужно думать о последствиях своих действий, поскольку приняв прибежище у Гиты, приняв прибежище у Кришны, он берет всю ответственность за вас. И вот смотрите, там, где кончается Бхагавад-гита, это начало Бхагавад-дхармы. Вот это шлока Сарадхарман Паритеджама Макамшана Враджа. И без нее мы не можем даже начать. Тогда, когда кончается Бхагавад-гита, это начало Бхагавад-дхармы, абсолютное шаранагати. И вот оттуда, с этого абсолютного шаранагати, начинается Бхагавад-дхарма. Мы должны два раза подумать.
I think I am not, соответствуем ли мы этому или нет. Anyway, и так или иначе, если такой разум, father, mother, children, everything, all my friends, actually, you know. If somebody going to think, how I can do bhajan, if I am going to leave my wife, husband, кто-то думает, как я могу совершать бхаджан, если откажусь, оставлю жену, семью, детей, родителей. Нужно же исполнять свой долг по отношению к ним. Как вот отец или мать или сын, нужно служить своим родственникам, но Кришна говорит, нет, вам не нужно думать об этом, поскольку никакой грех не заденет вас. А если вы делаете даже, то есть если в процессе оставления своих обязанностей какой-то грех возникает, то Кришна берет ответственность за себя. И вот Махарадж приводит пример, если корова, она попытается украсить себя как павлин. Full body like peacock. How long? И как долго это будет держаться эти украшения на ней, на этой вороне? Как долго она может прикрываться этим? Притворяться павлином, это невозможно. Так и Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти, это не вопрос лекции. Это качество, наш характер, наше поведение, наш баджан, наш этикет, это все там. Это почему кто-то пытается имитировать из-за того, что нет таких опытных преданных. Если у вас есть опыт, если вы видели Рагануга Бхакту, то никто не сможет одурачить вас. И, к сожалению, в наше время многие хотят следовать каким-то слепцам, двигаться в неправильном направлении. Говорят, что они баджан совершают, но что толку? Опытный саду, кто полностью утвердился в Бхагавад-дхарме полностью, они могут осознать, когда они смотрят на вас, они смогут понять. Просто взглянув на вас, они увидят вас полностью. And not making any story. Я пример один приведу, это не история. Однажды Шрила Прабхупад был на Говардхане, совершал Говардхан Парикраму, и там, и вот на пути своей Говардхан Парикрамы Шрила Прабхупад и его последователи, они зашли на Говиндакунду. Не хочу этого саду называть, очень-очень знаменит, но не с Гауди Матха. И тогда Шрила Прабхупад, он встретился с этим саду на берегу Говиндакунды и спросил, какой-то вопрос у Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, он хотел что-то обсудить о бхаджане, и после того, как дискуссия закончилась, Шрила Прабхупад сказал, этот саду очень хорош, процедура бхаджана хороша, но... Who can slap me? Prabhupada is not there. Kesava Goswami is not there. Кто может нам сказать, что мы делаем что-то неправильно? Сейчас Шрилы Прабхупады нет. Шрилы Кешава Госвами Махараджа нет. Кто же может сказать нам, что мы делаем что-то неправильно? И вот Шрилы Прабхупад сказал, его процедура баджана хороша. Но какие-то преданные спросили о Прабхупад. Мы слышали, что он Сидда Махатма. Так ли это? И после того, как эти преданные вернулись с Говиндакунды, какой-то саду по дороге спросил одного из последователей Шрилы Прабхупады о Прабхупаде. Те люди говорят, что он Сидда Махатма, Сидда Саду, да, так,
так ли это? Шрила Прабхупада сказал, нет, просто если он совершает свой баджан правильно, и сегодня или завтра он может достичь успеха и стать Сидда Махатмой, но сейчас еще нет. Шрила Прабхупада мог видеть, он мог видеть четко, ясно, кто есть кто. А кто-то может опечалиться, слышит такие слова, но смотрите, мы пришли сюда, чтобы совершать баджан абсолютной истине. Но можно видеть, некоторые люди даже не могут обычную правду, истину услышать. Что говорить об абсолютной истине? Но это смешно, если мы пришли совершать баджан абсолютной истине, но кто? Может принять даже какую-то такую мирскую истину. Но это смешно, кто-то может быть, что он может являть себя какого-то ачарью, не может потерпеть какую-то правду, что это такое. И вот можно видеть, что различные неправильные представления возникают, и мало кто хочет следовать Шриле Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуру совершенным образом как-то следует, как попало, но не полностью. И вот таким образом, смотрите, когда кто-то говорит, что я... Что кто-то думает, что совершит какой-то грех, оставив все, но нет, нужно продвигаться дальше. И вот если... Ah, it is external. Ah, Dubu Maharaj, Bhalla, he said nothing. Useless, you can go up. I am Raganuga Bhakta. И какие-то люди могут заявлять, что другое прохлад, они бесполезные, вот Рагануга Баджан, вот это дело, но, как правило, слова таких людей ничем не подкреплены. И это подобно прыганию в огонь. И те, кто думает так, и так-то легкомысленно принимают какие-то серьезные вещи, то и лицемерят. Такие люди могут сказать, что это вот внешне Прохлад Махарадж, Дубу Махарадж, все внешне. Кто-то может даже говорить, вот Ватсалья Бхакти, что-то такое, ерунда какая-то, вот там Мадхурия Бхакти, вот это дело. Это, а такие люди, как правило, они как вороны, они не павлины, а просто такие вороны, которые украшаются павлиньими перьями. И я думаю, такие люди из-за того, что они совершили оскорбление лотосным стопам Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, они не смогут достичь успеха. So they are cruel. They are not. They like to climb the head because они... one feather of peacock going to climb вот... the head of crown of Krishna. So if I am crow, I want to перо павлина украшает корону Кришны. Ворона, что бы она ни делала, она не сможет никак попасть на голову Кришны, и перья также из двуличия не позволяется на пути баджана. И в этом случае, когда... Такая душа оставляет все. И вот я уже говорил. Вот этих уровнях преданных. Вот есть эти преданные начального уровня, среднего и высшего. Махарадж будет в дальнейшем говорить. И вот то, что говорит Рай Рамананда. И вот Рай Рамананда говорит, и после этого есть такой... И вот, в общем, такой человек, который оставляет Варнашрам Дарму, полностью предаваясь Господу, никакой грех он на себя не навлекает. И когда Махапрабху сказал, что же выше, и тот продолжен, гьяна. Гьяна — это преобладающий фактор. Что такое гьяна? Это обширная тема.
И вот различные категории ген есть, гена Мишра Бхакти, гена Шуни Бхакти и прочее, прочее. И вот потом Рай Рамананда говорит, что гена Мишра Бхакти, это хорошо, то есть гена оскверненная бхакти, это как бы хорошо, но Шуда бхакти гораздо лучше. Но смотрите, это бхакти, оно... И есть такие майвади, которые заявляют, что они гьяни, мы про них не говорим. И также я... Но смотрите, гьяна мишра бхакти значит, что бхакти есть, но смешано с гьяной, но майявади, у них даже запаха бхакти нету. They think nothing, even Maya, nothing. No, no, nothing. И вот майявади, они боятся этой бхакти, адвайген тату, поскольку это все их разоблачает. Но раньше я говорил про карма мишра бхакти, сейчас гьяна мишра бхакти. Рай Рамананда говорит о нем. Гьяна мишра бхакти – это пример лакшана. Каково ее определение? И Рай Махашой, он цитирует слоку из Гиты. Брахма Бхута Прасанатма Насшочати Накангшати Саха Сарвешу Бхутешу Мадбхактим Лабате Парам. Брахма Бхута Атат. И вот Брахма Бхута, нирвишеш, безличный Брахман, он вездесущ. And Brahmanda, and they have no feeling. У них нет чувства. They have no feeling of this material. They have no material feeling. Материального чувства. Brahmanda, prasanna atma. No, Brahmanda madhavati. There is a material feeling not there. Brahm, both sunno. Feeling is not there. Prasanna atma. They are satisfied. Why? They have no demand. Why they are satisfied? They have no demand. А почему они удовлетворены? Потому что у них нет никаких надежд, потребностей в чем-то. Они... И вот эти Брахма-бута, они всегда удовлетворены, они не хотят обрести никаких материальных вещей. Они чувствуют этого вездесущего Верховного Господа. Тот, кто нерожденный. И у них нет чувства боли и страданий, и множества. Как это, каких-то плохих ситуаций могут прийти в их жизни, но все же Брахма Бхута Прасанатма Накангшати Насшочати, они не беспокоятся ни о чем. Они не думают, не надеются. Они беспристрастные. У них есть самадаршан, такое видят Брахма Васту во всем. He can ultimately can get bhakti if suitable situation is created in their life, then automatically they can get bhakti. И если появится какая-то подходящая ситуация в их жизни, то они смогут обрести бхакти. А если такие люди вступают на путь майявады, это другое. Но эта процедура – это не полностью майявада. Те, кто игнорирует имя Господа, Его форму, Его красоту и все прочее, такие они майявади. Махараш Прагьян говорит, и вот такие
Гьяни не обязательно станут имперсоналистами. Гьяни, те, кто гьяни, такие по-русски. Гьяни, знающие, которые стремятся к знанию, есть два вида гьяни. Есть эти имперсоналисты, мы не заинтересованы, есть эти персоналисты. Те, кто чувствуют присутствие Верховного Господа, те, кто думают о Брахме, но все же они верят в вечную форму Верховного Господа. Они не принимают прибежище у Бхакти, у Гьяна Мишра, у Бхакти. И те гьяни, которые получают должное общение с бхактами, когда они слышат Сачидананда Рупатта, и вот когда они слышат о славе Верховного Господа, они обретают веру в Него. Нава-йогендра, Шукадев Госвами, он сарвишеш гьяни, он гьяни, Шукадев Госвами, он был гьяни, я уже говорил об этом. Я думал, он достиг успеха в осознании безформенного брахмана, но был привлечен красотой Верховного Господа Нава-йогендра. Они проповедники, они гьяни, сарвишеш гьяни, они не имперсоналисты. Чатуршван мы знаем, когда он вдохнул аромат туласи, которые были предложены лотосным стопам Нараяны. Они изменили свое настроение. И вот, то есть они поклонялись этому пранаве, пранаве не поклонялись этой мантре Ом, но потом они привлеклись лотосными стопами Нараяны. И, но мы не говорим о Хираньяксе, Хираньякашипу, Раване, Вирочане и прочих. Джарасанда, мы тоже не говорим о них, они все имперсоналисты. Они вроде делают что-то, яги совершают, поклоняются, но не верят в Кришну. Вишну, Кришна пришел перед, в процессе яги. И вот, кто-то пришел, как, и они хотели что-то дать, как, например, если кто-то в полдень приходит в дом домохозяев, им нужно угостить таких гостей, поскольку гости, они подобны Нараяне. В ведической культуре эти гости, они уважаются как Нараяна, нужно также относиться к ним. И этот невишеш брахма, эти имперсоналисты, они тоже гьяни, равана тоже гьяни, но мы не придаем значения их, им и их гьяни. Они невишеш гьяни, Хираньякша, Хираньякашипу, Раван, Вирочан, Джарасанда. Они не верят Кришне, Вишну, но что-то делают, какое-то нервишеш этого брахмана. И вот когда тот пришел, Кришна, когда пришел к этому демону, то сказал, что ты какой-то этот пастух, мне недостойно сражаться с тобой. Непочетно для меня. Что я такой могущественный, а ты там пастух какой-то. А Арджун тоже недостойный. Бхима, он более-менее похож на меня и поэтому более-менее достойный противник.
И вот этот демон дал Биме палец, взял другую палец, и вот они сражались без чьей-либо победы. Кто мог убить Джарасандху? Сложно было. Бхиму тоже надоело. И в итоге Бхагаван был вынужден подсказать, что Джарасандху так ты не сможешь убить. Ты должен по-другому делать. И что же делать? Ты должен ударить его посередине. Кришна показал, что нужно разорвать его на две части и кинуть одну часть направо. В общем, Кришна сказал, что нужно разорвать тело Джарасандхи, левую часть кинуть направо, а правую налево. Then again that cut, you know, half body can, you know, can get unified. This kind of benediction there. И вот в чем у него благословение такое было, и убить можно было только так его. Just opposite. So you see, и вот смотрите, он тоже был нервишеш гьяни, мы не заинтересованы в них. So, Ганмисра бхакти, what type вот of bhakti? Гьяна Миша бхакти, что это за бхакти? It's not at all bhakti. Это не бхакти. They are going to show that we have bhakti, but nirvishas, you know, we are nirvishas, but they are aparadhi. Нирвишеш, эти, вот эти люди, они оскорбители, поскольку они игнорируют вечную славу Верховного Господа. И кто будет уважать их, как гьяни? So nirvishesh kalpana. И вот нирвишеш. When Sukadeva Swami, когда Шукадев Госвами думает о нирвишеш брахме, но все же в форме семени. There was savishesh brahma. Nirvishesh kalpana madhe был. Sachidananda Bhagavan Dibya Murti vishesh samuho sukto thake. Try to understand. I can give one example. Пытайтесь понять, я пример приведу, и на сегодня конец. Как Бхарат Махарадж, он повторял все. Когда он совершал джапу и в этой Гандаке солнце взошло, то в свете солнца он медитировал на Верховного Господа. И это тоже Гьяна Мишра Бхакти, и поэтому я говорил раньше об этом. Бхарат Махарадж, его баджан, этот карма, Гьяна Мишра Бхакти, он служил Господу так. И вот этот Сарвишеш Брахман был в форме семени в его представлении. И таким образом, вот есть две группы этих людей, и завтра Махарадж будет говорить о этих преданных высшего уровня, которые на следующие три подгруппы разделяются. Завтра будет об этом лекция. Кайно бача манасиндио ирва будва атмана ба онусрито сабава кароти яд яд сакалам парасмай нараяните самарпаетват ванчакалпадрусике басиндибавчо пачитанан павану бавишна бьонамо.